Хоккей возвращается. В первую неделю сентября пройдет первенство ПФО. Какие еще спортивные мероприятия смогут посетить жители республики, узнаем из нашей афиши. Начнем с соревнования, которое пройдет 4 и 5 сентября. В поселке Силикатный состоится чемпионат и первенство Республики Мариэл по спортивному ориентированию. Лучшие спортсмены Мариэл вновь будут сражаться за звание чемпионов. Также 4 и 5 сентября пройдут очередные заезды гонщиков. Чемпионат республики по автокроссу в крутом овраге. Рев моторов, эмоции и вкус победы. Закрывает нашу спортивную афишу на следующую неделю хоккей, который вновь возвращается с приходом осени. В Ледовом дворце Мариэл 4 и 5 сентября состоится первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди юниоров до 15 лет. Мы напоминаем, что посетить спортивные мероприятия можно только при соблюдении всех эпидемиологических требований. Не забывайте про маску и социальную дистанцию. Все подробности можно уточнить на сайте регионального Минспорта. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!